почитать. Здравствуйте, я Ксения Станиславовна Литсева, декан факультета филологии Вятского государственного университета. Ежегодно публикуется антология «Самая страшная книга». Многие авторы присылают сотни текстов разного художественного качества, и группа энтузиастов выбирает, на их взгляд, лучшие и публикует. Итак, русский хоррор «Самая страшная книга 2020». Ужасы или английский эквивалент хоррор – жанр художественной литературы, который непременно должен вызвать у читателя чувство страха. В фольклоре и мифах много блуждающих духов, чудищ и всякой другой нечисти. Интерес к инфернальному характерен для людей. Шарль Перро, «Синяя борода», Дракула Брэма Стокера, история графини Баттери, Франкенштейн Мэри Шелли, легенда о Сонной лощине Вашингтона Ирвинга, сказки Гофмана, Гауфа, братьев Гримм, новеллы Эдгара По, Человека-невидимка Уэллса, произведения Лавкрафта и многие другие книги – это золотые страницы жанра ужасов. Сегодня выделяют следующие виды ужастиков. Триллер мистический, привидения, вампиры, психологический триллер, серийные убийцы, романтические ужасы, черный юмор и апокалиптика. В России этот жанр не очень развивался, и произошло это и из-за особенностей культурного развития, и из-за понимания, что после Гоголя делать там нечего. Я, честно, такого не читала, и поэтому проявила интерес. Любопытно, как у нас обстоят дела со страхами? Скажу искренне, было не страшно, а просто противно. Из книги стало понятно, что самое страшное в России происходит или в деревне, или в дремучих лесах, или в каких-то забытых Богом местах. Так и тянет спросить, что в русской деревне живут одни упыри и живодеры. Омерзительное количество выпадающих глаз, кишок, мозгов, отделяющихся голов и конечностей, вытекающих литров крови, еще все время грязь, нечистоты, мусор. В книге 22 рассказа, написанных ровно, по-настоящему увлекательных немного. К сожалению, победила трэшевость. В книге есть авторы из предыдущих антологий, что свидетельствует о качестве и востребованности их текстов. Максим Кабир, Елена Щетинина, Оксана Ветловская. Мне запомнились жуткие рассказы про маньяка и деревенский туалет, и про стиральную машину, пожирающую всех живых. Кошмарные как-то жали героев и читателей, а еще жуткий рассказ «Выкройка» и неплохие истории, ну, например, Сергея Цветкова «Домофон» или Дмитрия Козлова «Вызов» или Оксаны Ветловской «Земля медузы». Читать самую страшную книгу оголтелым фанатам и специалистам-филологам 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! «Дай почитать».